Всем, друзья, привет! И мы снова на этом же объекте, который вчера мы делали скважину. Ну вот наша скважинка. Ну, сейчас ждем рабочего, который будет здесь копать траншею. Сейчас разберем, что дальше будет. Вот ребята начали уже копать подводочку. Сейчас на 1,20 м выкопают на глубину промерзания почвы. И будем соединять. Главное, чтобы из колодца была 32-я труба шла. Чтобы можно было нормально подсоединить. Потому что там пока не видно, какая труба выходит. Что там. Ну, насос стоит. Стервенс. Станция насосная в доме. Так что должна 32 быть, по идее. Труба, которая идет из дома, оказалась 25-й. Вот пришлось здесь резать болгаркой. Вот уголок съездили, купили. Переход 25 на 32-ю трубу. Мы поставили сейчас уголок на 25-й. Пока я сильно не затягивал. Сейчас мы, ребята, вон копают, прокопают на 1,20 м. Трубу все заведем, отрежем и подсоединим. Вот, и потом все это сначала прокачаем насос, посмотрим, как идет вода, а после этого будем уже закапывать. Так мы утепляем трубу. Ну, заказчик захотел такой утеплитель, покупать отдельно не хочет. Вот. И вот в таком плане мы ее утепляем. Подеваться. По уши в грязи, ноги засасывает, сапоги хрен вытащишь. Ой-ё. Сапоги бы не набрать воды. Вот. Плохо здесь видно сейчас. О. Насос Беламос. Вот, поставил я обратно клапан. Обратно клапана здесь не было. Переходную муфту. И соединил. Вот здесь ничего не потекает, все нормально. Вот.
здесь закручено. Воду поднял, прокачал. Вот, открываем воду. Все, вода пошла. Но здесь через этот кран, говорят, напор слабоватый. Вот вода пока грязноватая. Тут еще не прокачивали ее определенно, чтобы она чистая пошла. Все, насос заработал, загудел. Все работает, наполняет. В этом плане все отлично. Сейчас руки умою. Ну, вот сейчас кран закрыл, и насос автоматически выключится. Наберет колбу. Все, выключился. Все работает, ничего здесь не подтекает. Все хорошо. Все, у людей в доме есть вода. Ну вот, ребята, утеплили, все сделали. Сейчас придут специально обученные люди, которые закапывают траншеи. И закопают. Работа у меня на этом закончена. Вода в доме есть. Воду подвели. Все отлично. Насос подсоединили. На сегодня 9 мая. С праздником всех, кстати. Всех поздравляю с праздником. Всех с праздником, ребят. Чтоб у нас было всегда чистое небо над головой. А на сегодня 9 мая. У меня работа закончена. Можно ехать отмечать праздник. И люди радуются, что у них вода в доме. Все подведено, и теперь будут всегда с водой. А с вами был Влад Леший. Оставайтесь со мной, ведь дальше будет еще интереснее.